такая история сейчас. В общем, ситуация такова, то что нас выкинуло. Был сильный шторм. Что будет дальше? Давайте узнаем. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, ссылочка будет в описании. Валерий Вячеславович уже устал, сегодня трудный день был. Мы утомились чуть. На лодочке резиновой. Мы потеряли вас пару раз. Ну, вы нас не потеряли, мы вас потеряли. Не, мы вас потеряли, прям волна такая, что... Это что? Да, мы вот ушли в волну, и все, горизонт нет. То есть мы даже потеряли? Да, да.